На этой неделе в Арт ТВ проект «Немое кино» и «Живая музыка». Комедийный детектив «Тайны Хилл-парка» в музыкальном оформлении Владимира Волкова. Запасники Русского музея. В рубрике «Арт-профессия» расскажем о работе кондитера. Премьера спектакля «Он в Аргентине» на сцене Малого драматического театра по пьесе Людмилы Петрушевской и многое другое. Но самое важное, на этой неделе мы в эфире в 23:10. Сначала футбол, потом культура.